Приветствую, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, и я зарабатываю уже несколько дней в проекте «Апельсин». И в этом видео я хочу показать не только свои доходы, но и показать доходы моей структуры, моей команды, которые зашли на следующий день, либо через 2 дня после меня. Смотрите, я купила площадку «Гамлин», стоит она 280 рублей. Площадка «Верна» 1450 рублей, именно на ней самые большие доходы. И «Салустиана», стоит она 120 рублей. Сразу вам советую покупать все 3 площадки. Зайдем в мои матрицы. Это площадка «Гамлин». Вот смотрите, вот эти люди, которых я пригласила, уже получили свои денежки. От меня пошли им переливы. Посмотрим, сколько заработал Сергей. Сергей заработал 300 рублей. В «Верне» он заработал 1300. И в «Салустиане» 130. Сегодня как раз он кидал скриншот, сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите, пришло Сергею 1287 рублей 20 сентября вчера. И его доход составил 1730 рублей. И это он еще никого не пригласил, ему пришли от меня переливы. И он закрыл быстренько первый стол. Вот это вот мои партнеры. Вот Мария, вот не знаю кто, и вот у нас марокканец. И он быстренько закрыл первый стол. Сейчас я вам покажу доходы Ольги, которая меня перегнала. Представляете? Заработано у нее в площадке «Гамлин» 300 рублей, со второго стола 900 рублей. И вот с этих вот уже пошел доход. С дорогой площадки заработано у нее 1500 рублей и 4800. И третья площадка у нас заработана 130 и 340. Этот человек ко мне пришел через 1 день, как зарегистрировалась я. Ее доход составил 10 070 рублей. То есть она оказалась более активной даже, чем я. Вот так вот мои партнеры зарабатывают. У меня доход на сегодняшний день составляет 7 230 рублей. То есть самые большие доходы у нас вот со второй матрицы. Верно. Матрица стоит 1450 рублей. Сразу покупайте все 3 матрицы, чтобы зарабатывать много. На сегодняшний день у меня 40 регистраций. Кто-то оплачивает, кто-то не оплачивает. Вот здесь вот мы можем видеть человек, какие площадки он активировал. И сразу его структуру. Например, вот структура Елены. Давайте посмотрим. Заработано здесь 300 рублей в этом столе. В «Устиане» 130 рублей. И первый стол закрыт. Вот смотрите, Дамир купил всего одну матрицу за 280 рублей. Посмотрим его структуру. И он уже заработал с переливов 300 рублей. Первый стол он уже закрыл, отбил свои денежки. Я не призываю здесь сидеть и ждать. Надо активно приглашать. Как активно приглашать, я вас научу. Как раз я сегодня составила текстовый документ с заданием. В этом текстовом документе у меня задание для команды, что нужно сделать, чтобы идти вперед, продвигаться и чтобы люди сами просились в вашу команду. Ну, то есть метод приглашай, не приглашая. Давайте за большими доходами вместе с нами регистрируйтесь по ссылочке, которая будет под этим видео. Кто меня смотрит ВКонтакте, ссылочка у меня вот здесь, вот она мультисылка на все мои проекты. Нажимаете и в самом конце вот проект «Апельсин». Нажимаете сюда и регистрируйтесь. Всего доброго, всем больших доходов и пока-пока!